9 мая 45 года. Левитанам объявлена была свобода. Мы победили в этой страшной войне. Фашизм повержен на нашей земле. Вечная слава всем тем, кто сражался, кто жизнь отдать свою не побоялся. За матерей, за сестер, за детей, за узников смерти концлагерей. За то, чтоб разрухи и горя не знали, чтоб бомбы ночами им спать не мешали. За мир во всем мире в горниле войны шли умирать, не щадя животы. Победа весной 45-го года – исторический подвиг страны и народа. В самой жестокой и трудной войне, в бескомпромиссной, беспощадной борьбе, где цель у врага – уничтожить всю нацию, поработить, учинить сегрегацию. За ваше бесстрашие, за пролитую кровь, за смелость, отвагу и вашу любовь. 9 мая за помин всех бойцов фронтовые 100 грамм. Каждый выпить готов. Никого не забудем и предать не дадим. Мы в этом клянемся всем вам, как один.